В Ачинске в педагогическом колледже показали премьеру мюзикла «Ромео и Джульетта». Спектакль приурочен к городской декаде инвалидов. Все роли в нем исполняют самодеятельные актеры из школы-интерната номер 1 и представители общества глухих в Ачинске. Актеры с удивительной синхронностью исполняют танцы под музыку и с неподдельным чувством поют знаменитые арии мюзикла. В этой постановке нет сурдопереводчика, объясняющего, что происходит на сцене. Но зрителям он и не требуется. Чувства понятны без слов. Эти актеры могут выразить телом и мимикой абсолютно все. Глядя на их игру, трудно заподозрить, что исполнители не слышат. Это обеспечили упорные репетиции и тщательная работа над ролями. Мы репетировали наши песни, говорит Юля. Учили слова. 2 недели мы учили слова, готовились к этому спектаклю, Юля говорит. Наш руководитель занимался с нами каждый день. И вот сейчас, вот эти 10 дней, он говорит, мы ходим, да, в гости, выступаем и показываем то, чему мы научились. Труднее всего артистам дались диалоги, а вот показывать чувства исполнителям главных ролей помогла схожесть со своими героями. Им тоже приходилось сталкиваться с непониманием и даже сопротивлением близких. Личные сопереживания героям добавило искренности постановки, и зрители это оценили. Эмоции прям переполняют. Такие, иногда выходишь, бывает, сам на сцену теряешься, и как-то они, некоторые не слышат звуки, и у них там все, у некоторых четко все было, там все, в общем, эмоции прям бурлит, кипит, все, вообще все классно. И действительно, как Коля сказал, правда, не хочется уже ни на что жаловаться. Некоторые люди здоровые, у которых есть возможности, они не используются, а тут... с ограниченными возможностями дети и вот такое. Просто космос. Я очень рад, что я побывал на этом спектакле. Я, если честно, не ожидал, что люди, которые плохо слышат, могут так это делать. Это супер. Вообще. Ребята очень яркие. Когда они выступали, чувствуется какое-то волнение. Очень приятно это все, как бы, я не знаю. Ну, мне очень сильно понравилось, и я хочу, чтобы они приходили почаще. Поддержка публики, делятся ребята, играет для них не последнюю роль. Мне очень нравится, когда люди смотрят на нас, радуются нам, и когда люди нас понимают. Юля говорит, для меня это самое главное. Когда люди аплодируют, когда люди улыбаются, я вдохновляю, меня это вдохновляет, Сергей говорит. За этим выступлением последуют настоящие гастроли по учебным заведениям города. Актеры надеются, что постановку везде будет сопровождать успех, не меньший, чем на сцене педагогического колледжа.